штука? Это Лабиринт, что, падали шарики? да. Вот как это делают. Бросают эту штуку и эту штуку, и он попадает сюда. Кинуть шарик. Да, конечно. А, ну тогда я пошел играться тоже в эту штуку. Твайлет, можно мне тоже кинуть шарик? Да, конечно. Все, я теперь пойду, чтобы пойти кидать на сайт. Я не знаю. Твайлайт, почему ты свечишься? Я это тоже не знаю. Было там лиса. Помогите! Кто это? Я узнаю, это Кейденс. Ну тогда пошли скорее ее спасать. Спайк, ты где? А, иду, иду. Ее охраняет перевертыш. Нам надо как-то его отвлечь, если он проснется. Потому что он правда проснется. Ты, этот, Спайк, ты будешь его отвлекать, если он проснется. Ну а мы с Твайлет откроем Кейданс. У меня есть план получше, но нужно обойти этого пьются с той клетки. Хорошо, Твайлет, переноси его магией. Отлично, мы его перенесли. Теперь открываем коробку. Чтоб он не узнал. Он не узнал. Хорошо, Твайлет, переноси магией. Уходим! Наверное, с нашей пленницей все в порядке. Она в клетке. Ну вот, Кейденс, ты на свободе. Можешь кинуть этот мячик? Волшебный, наверное. Надеюсь, не волшебный. Что со мной? Надеюсь, она не стала злой. А где Твайлет? Твайлет, иди! Тут у нас Кейденс поменялся с телами с перевертышем. Ну, денек. Если Кто это поет? И кто я? Ах, ну и денек. А что там с моей пленницей? Моя школа. Я имела в виду, что я тебя научила так красиво петь. Где моя пленница? Надо быстро делать магию, чтобы они дальше не падали в обморок. Фух, ну и денек. Ух, какой денек. Ну и денек.
Ах, думаю, чтобы это безумие не продолжалось, надо пойти домой. Верно, Спайк. Пойдем, напою тебя чаю. Я тоже. Отлично, тогда пойдем ко мне в домичек. Да. Сначала нужно вернуть Твайлайт. Ан, тогда делай магию, Кейденс. Я с вами тоже буду пить чай. Хорошо, Луна. Ну ладно, пойдем. Я тоже буду пить чай! С вами чай. А, лучше без вас. Идите лучше пить свой чай, и чтобы мы опять не упали в обморок. Ну, как хотите.